Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon. И перед тем, как начать что-то делать, давайте же мы опять рассмотрим, какое же у нас развлечение на этот раз. Ребята, сейчас что мы будем делать сейчас? В первую очередь давайте заменим наших покемонов. Кого мы словили? Давайте выложим Хитмончана и Хитмонли и вместо них возьмем Пачирису и Литвика. Мне кажется, это будет очень даже кстати. Поэтому сейчас мы посмотрим, что мы же будем делать в этой серии. Так, кто помнит, мы в предыдущей серии купили себе орб. Да, ребята, мы уже наконец-то купили себе орб. И также мы насобирали 9 частей водного камня и превратили орб в нужный нам орб. Точнее, орб для того, чтобы заспавнить первого легендарного покемона в этом сезоне, это Артикуну. И что нам сейчас нужно делать? В данный момент нам просто-напросто нужно прокачивать орб как можно чаще, как можно больше. Потому что для того, чтобы его докачать до максимума, нужно убить 375 покемонов. Даже вот сейчас в чат пишет 375 покемонов. И знаете что? Как я уже вам сказал, за то время, пока мы будем качать этот орб, пока мы его прокачаем до заполнения, до 375 убитых покемонов, мне кажется, мы уже даже нормально себе набьем вещичек, что мы сможем продать и уже купить даже этот же мастербол. И если честно, это будет очень и очень круто, если мы сможем это сделать. А знаете что, ребята? Знаете что? Не будем терять ни минуты времени. Как можно быстрее пойти, как можно быстрее поубивать очень большую кучу покемонов и как можно больше, да, как можно больше и больше и больше и больше и больше и больше пинать всех покемонов. Но перед этим давайте я опять настрою себе next party slot, previous party slot, выкинуть сендант покемон, ага. Круто, 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 select target покемон. Вот тут, знаете, вот эта фигня всегда меняется и нужно настраивать. Поэтому немного-немного это всегда парит. Так, это давайте вот сюда поставим. Да хоть куда, если... Ой, давайте, фиг его знает, вот сюда. И вроде все, да? Вроде все. Давайте посмотрим. Да, замечательно. Ну что, ребята, поехали. В этой серии мы постараемся как можно быстрее, как можно больше прокачать и наших покемонов, и также орб. Сейчас мы будем прокачивать Пиджея, потому что мы Пиджея словили. Да, все, прокачали мы Пиджея. Да не только Пиджея, и Пиджея, и Пачирису. Мы же словили. Так, тут есть вообще нормальный атакер? Есть. Мы же их... Я просто как, знаете, даже не понял, что это за фигня произошла. Ну ладно, если этот орб будет рабочим, то почему бы и нет. А если он как-то перестанет работать, вы видели? Видите, что там какая-то хрень с этим орбом? Не знаю, что это за фигня. Текстурка просто-напросто куда-то его пропала. Но если он также продолжит нормально работать, то ничего страшного. А если заглючит, и мы сейчас зря его будем качать, да, потом в конце, когда мы его захочем засунуть уже в сам орб, если он не будет работать, это будет хреновенько. Это кто там? О, Пиплап, здрасте. Здрасте, Пиплап, извиняюсь, мы сейчас будем убивать всех подряд. Пиплап у нас уже есть, поэтому нету смысла его ловить. А убивать, ребята, нам нужно всех, потому что сейчас каждый покемон играет роль, с каждого покемона выпадают какие-то нужные нам шмоточки, нужные нам вещи. И также, знаете что, у меня такое ощущение, что мы прокачаем, то, что мы все-таки прокачаем Венозавра до 45-го, до... Да, давайте до 45-го уровня, да, чтобы прям не сильно куда-то очень качать, и чтобы недолго он у нас залеживался, короче, чтобы недолго он у нас оставался в команде, да, как можно быстрее его прокачать и как можно быстрее его выложить. А на замену нашему Венозавру придет
Кто придет? Конечно же, придет Эмпулеон, да, он уже, в принципе, 40-й уровень, но его тоже где-то можно так будет прокачать к 45-му. И потом его выложить. И на замену Эмпулеона уже еще кто-то другой придет. Тот же Лукарио. Поэтому я пока что, ребята, не качаю Лукарио. Потому что нам нужно еще будет прокачать Венозавра, потом Эмпулеона. И только потом наш капитан будет Лукарио. Поэтому я сейчас не очень так, спешу, да, прокачивать вот этих всех покемонов. Литвик. Ну, Литвика убили. А сколько ему уровней осталось? Ему вроде 3 уровня осталось, да? Так. Давайте вот это, вот это. Замечательно. Вылечимся и сами что-то покушаем. Сейчас, давайте небольшие подсчеты. 12, 15, 16, 16, 46. Ребята, у нас уже практически один стак. Сколько серия длится? 6 минут, можно и так сказать. Если мы к концу серии... Если мы к концу серии сможем себе набить 3 стака, я, конечно, мало, наверное, в это верю, 3 стака. Но все же, если мы сможем это сделать, ребята, это будет просто замечательно. 3 стака за одну серию, это значит, мы мастербол себе сможем набить за 4 серии. Ребята, это, в принципе, недолго на один мастербол, это недолго. Так. И как думаете, ребята, вот как вы сейчас думаете, сможем ли мы к концу серии прокачать уже нашего Венозавра и выложить его в компьютер к концу серии? Я, честное слово, ребята, пока что не представляю. Будем надеяться, вылечимся опять по Чирису Пиджи. Давайте Пиджием. Да, Пиджи уже, Пиджиота уже, точнее, Пиджиота. Мы на Пиджиоте уже можем летать, да? Мы уже на Пиджоте, наверное, сможем летать, и это круто. Это круто, мы уже сможем быстренько передвигаться. Вот там гриб вот этот красный, видите, вот там. Красный гриб лежит. Мне показалось сначала, что это босс красный, я уже обрадовался. О, красненький боссик. Да, боссик. Боссик. Вряд ли мы вообще босса встретим в этом сезоне. Но будем надеяться, что все-таки еще встретим. Давай, пихни ему. Ну, в смысле, не пихни ему, а ударь его. Так, замечательно, Feather Dance, это нам не нужно, спасибо. Вылечимся. Так, еще 2 уровня осталось нашему Венозавру. Пиджиото, пожалуйста, дубани его как следует. Замечательно, замечательно. 3 ударчика для Пиджиото, это даже очень и очень круто. Так, это что там? Это... Мне говорили... Так, сейчас, давайте я сначала буду это собирать. Это нужно собирать, честно. Я понимаю, что этих вещей много, и они встречаются очень часто. Но, знаете, как говорится, лучше мы все сделаем наперед, и потом, когда нам это пригодится, это у нас уже будет и будет лежать в сундуке, и будет нас ждать, пока мы придем и заберем это, да. А если вот это мы не будем собирать, то потом, когда это нам пригодится, у нас этого не будет. И нам нужно потом еще будет бегать, лазать, искать. И только потом, когда мы это сможем найти, скрафтить, только потом это у нас появится, и мы это сможем использовать. А так это у нас уже будет в сундучке лежать и нас просто-напросто ждать. Так, давай, я кирку... Так, я вижу, ребята, не кричите. Опа! Я честно, я никогда бы не подумал, что я буду радоваться Файрстону. Но в этом сезоне он действительно, важный в какой-то степени. А потому что Файрстон реально нам нужен. Его же... Нельзя пойти выбить там, в принципе, можно пойти выбить с босса, но не так-то просто взять и найти того же босса, да? Так, Венозавр, ты уже 44-й, да, ты уже 44-й, и тебе остался один уровень. Вот на таких маленьких уровнях, вот смотрите, вот на таких маленьких уровнях мы, наверное, будем прокачивать наших вот этих покемонов, тоже мелких уровней, да? Так, это нормально ударит, что тут нормально бьет, вот. А на больших уровнях мы уже докачаем нашего Венозавра, ребята. Мне кажется, будет очень даже классная идея. Куда бы нам пойти, где тут есть нормальные покемоны? Вот давайте сюда пойдем, может тут даже боссики заспамятся. Опа. В буфет там или винаут. Ну что-то в этом роде. Но если честно, он нам не очень важен. Я, наверное, бы его даже не хотел бы ловить. Сейчас как-то не очень. Сейчас я хочу к концу серии, как я уже вам сказал. Ну, пару минут назад.
Я у вас спросил, как вы думаете, сможем ли мы к концу серии... Сейчас, ребята, после этого покемона, вот, сможем ли мы к концу серии набить себе 3 стака вещей? Это мы посмотрим в конце серии. Так, давайте сначала вылечимся, покушаем. А сейчас я хотел посмотреть, а почему так мало? Мы только... Так, это бред какой-то. 352. Разве мы убили... Да ну, бред какой-то. Разве мы убили только 23 покемона? Хотя, возможно. Сейчас посмотрим, давайте еще вот этого убьем и посмотрим. Действительно ли вот это так? 23 покемона. Мне казалось, что как-то, знаете, намного больше, чтоб мы уже 60 убили. Ну, конечно, 60 тоже бы вряд ли. Сейчас посмотрим. Ну, вроде качается нормально, без всяких лагов. Так, это там Делибирд, я вижу, ребята. Но не хочу я его ловить, если честно, сейчас. Да, в принципе, не вижу смысла. Фух, так, ну что? Ну что, наш... Да иди-ка ты сюда. Вот. Один уровень. Опа. Это последний? Нет, не думаю, что это последний. Почти... Да! Синтезис, это офигенная атака. Чбент. Уф. Давайте вот это. Я знаю, что это крутая атака, но, ребята, пускай. Так, замечательно, все. Давайте мы быстренько вернемся домой. Да не в глиняный биом, а домой. А хотя... Может, тут какой-то где-то случайно... Ой, Хундум. Только я не Хундума хочу, я Хундура хочу. Хундум, можешь ты в свой Дум-Дум пойти. Я не хочу Хундума. Я хочу Хундура. Опа. Нет, все, все. Все, 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 все. Я не хочу больше никакого Хундума, ни Хундура. Я хочу тебя. Ларвитар, я тебя хочу. Сильно, сильно я тебя хочу. Не, ну серьезно, я очень даже давно планировал тебе словить Ларвитара. И вот я его как-то случайно даже нашел. Так, он паскуда не ловится. Вот так. 13 болов у нас осталось. Словили. Замечательно. Шикарно. 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 Так, Пупитар. Не хочу Пупитара. Не хочу Шакла. Не хочу. 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 Хочу, ребята. Кого-кого, но Багона я всегда хочу. Сало нам же нужно, ребята. Саламенс, это даже очень крутой покемон. Если ты сейчас не словишься, я не знаю, что я с тобой сделаю, честно. Хотя знаю, просто убью, да и все. Не буду я париться придумывать, да, что придумывать, что сейчас с тобой делать. Но нет, послушный, послушный Багончик, послушненький. Сразу же, ну как не сразу, со второго бола он залез. 40-й уровень, ни хрена себе. Он залез, так, это уже можно шейдеры включать. Залез в нашу команду, да, присоединился к нашей команде. Все, все, я... Как бы, знаете, случайно. Я случайно сюда тпхнулся. Я хотел вообще тпхаться домой, да? Сюда я, если честно, вообще случайно тпхнулся. Ларвитар. Сдалека они кажутся, что это боссы, да? Вот такие зелененькие. Мне почему-то показалось, что это босс, поэтому я сюда и потопал. Но это не босс. Так, ладно. Домой. Нужно вот это еще тут поменять нафиг. А то я... Давайте вот где-то вот тут. Вот. Вот так. Это удалим нафиг. Вот. Как тут добавлять? Дом. Вот, все. Замечательно. Покушаем. Ну, такими темпами. То, что мы пошли еще в глиняный биом и словили там несколько покемонов, мы, конечно, не сможем добыть себе 5 стаков. Но не 5 стаков, 3 стака, да, как мы планировали. Но все же. Так, ну что? Прощаемся, ребята. Прощаемся еще с одним покемоном, которого мы выкладываем, и больше мы его, наверное, не увидим. То есть больше он не будет качать нашу команду, так же, как и Ноктоул Филиппин, так же, как и Ивангай, Тортера, так же, как и Инфернеп, которому я еще не дал имя. Мы выкладываем Венозавра. Вот он.
И вместо него берем Эмпулеона Фроста и это выкладываем вот сюда. Это вот сюда. Я пока что еще не хочу никого брать на вот это место, а потом, ребята, возьмем. Сейчас давайте еще раз зимний биом. Вот. Да вашу. Еще раз мы сюда потопаем, потому что сколько там до конца серии осталось? Ну, в принципе, еще минут 5. За минут 5, если честно, можно даже очень много чего успеть добыть. Это можно нафиг повыкидывать, повыбрасывать. Это нам не нужно. Это мы не можем даже продать. У нас еды уже толком нету. Вот эта еда, мне кажется, вот это все не нужно бы было бы продавать. Было бы лучше, если бы мы не продали. Так лучше я выражусь. Было бы лучше, если бы мы не продали, а себе сохранили. Потому что еда нам нужна. Вы видите, у нас осталось только 4 рыбки. Это, если честно, очень и очень мало. Так, ну что по черису? Давай мы немного с тобой поубиваем марипов. Потому что с марипов падает, во-первых, и шерсть. Так будет еще лучше. Смотри, какая хитрость. Мы можем его постричь, собрать с него шерсть. И после этого мы можем его еще и убить и тоже собрать с него шерсть. Но только я смотрю, что-то... А, нет, выпало, все нормально. Нормально, ребята, так. Ох, мы сейчас дофармимся. Я думаю, что мы сейчас только на вот этих марипах нормально. Сколько у нас уже шерсти? Уже 24. 24 шерсти, это 24 монеты. Нормально. Это откуда вообще появилось нафиг? Хрен его знает. Как-то, может у меня было, я как-то, если честно, не заметил. А с магнемайта тоже. Магнемайта тоже очень полезно убивать, потому что с магнемайта и алюминий падает, и железо, и еще что-то может выпасть нормальное. Он нас убьет, поэтому давайте на Пиджиото поменяем быстренько. Вот так. Вот смотрите. 2 редстоуна, 2 железа, 1 гоустон и 1 алюминий. Это, ребята, даже очень хорошо. Так, вылечим. Так, замечательно. Сейчас, ребята, сейчас, к концу серии мы посмотрим, сколько же мы вещей смогли добыть. Точнее, сколько мы стаков смогли насобирать. Так, это сюда. Ничего мы там не потеряли. А то, знаете, вот так мы вроде даже стрижем марипов, но шерсть может выпадать, и мы, может, ее не сможем... Ну, в смысле, не поднимем, потому что просто-напросто не заметим, да? Так, ну давайте вот этого марипа просто. 6-й уровень. Сколько? Ну, 2 монеты с каждого. 2 монеты с каждого марипа. Вот сейчас 3. Это очень круто. Сколько? 339, ребята. Я, в принципе, с вами согласен. За одну серию это, конечно же, ничего не делается. Так, я не хотел Эмполиона... А, он сам на меня напал. Ага, понятно. За одну серию, конечно, это не очень реально. То есть, за одну серию, если прям очень даже стараться... Можно около 50 прокачать. Можно около 50 прокачать, но это прям очень, если стараться, знаете. А мы просто еще и пошли, и глиняный биом кого-то там словили. И дома немного посидели, и порассуждали, о чем-то поговорили. Поэтому немного так время и ушло. Поэтому мы не совсем выполнили план, но все же до конца серии еще там осталось несколько минут. Ага, эти в бой вступили. Поэтому мы еще сможем, ребята, посмотреть, сколько мы убили. Так, тут ничего не выпало, вроде ничего. Фу, вот там еще куча марипов невидимых. Вот, я их даже вот так могу стричь, когда они в бою. Это прикольно. Так, сколько? Где шерсть, вижу. Ух ты, нифига. Ух, нифига себе у меня залагало. А мы уже добыли, ребята. Мы уже только шерсти. Мы уже стак добыли. Это очень круто. Стак шерсти, это очень и очень круто. И это еще сейчас, ребята. Сейчас мы еще немного вот так посидим. Мы все подняли, вроде все. Вот сейчас мы еще так немного посидим. Еще немного шерсти. Мне кажется, это самый такой даже прибыльный вариант. То есть на вот этих марипах, конечно, уровень с них... Мягко говоря, никакого с него уровня нету, потому что это маленькие уровни, все же 7, 8, 9 уровень, в принципе, толком ничего. Никак мы с них прокачаться не сможем, но зато с них очень большой фарм идет, и это очень круто.
Это очень круто. Чем бы тебя фигануть? А то я вижу... А, вот этим нормально вроде. Да, а, нормально. Моего парализовали, он нас. Так, вылечимся. Фух. Откуда эти нафиг шмотки выпадают? Я как-то не понимаю. Откуда у нас... Откуда у нас выпало... Раркенди? Ребята, то ли я слепой. У нас просто появляются вот эти вещи, не поймешь откуда. Ладно, будем следить. Следите вот там снизу. А появится ли еще какая-то вещичка или нет? Потому что, если честно, пока что не представляю, что это такое и откуда это все появляется. Ну что, Эмполион? Фигани-ка ты его. Ну, в принципе, нормально фигани, а не вот так. Я думал, ты там... Ну, вот сейчас более-менее. Да. И три рыбки даже с него выпало. Три рыбки, это, ребята, очень круто. Это три монеты. Нормально. И он уже 41 уровень, нифига себе. Так, что тут у нас есть нормальное? Вот это не очень. Этот, ну тут в принципе, против других, конечно, покемонов это может будет и нормально, но против этого не очень. То есть у него сейчас только водные атаки. Как я знаю, он еще вроде изучит Эртквик. И вот тогда он, мне кажется, рубать будет, да, нормально. Так, сколько? 323. Нормально. Ну, было, было же. Сколько было же? 375, уже 323. Давайте прокачаем до 320 или 315. Мне кажется, на этом уже можно заканчивать серию. Пойдем домой и посмотрим, сколько же мы этого всего прокачали. Сколько мы ресурсов себе добыли и сколько нам еще осталось вещей, ресурсов, монет до того, чтобы купить, приобрести себе Master Ball. Там нужно 12 стаков бронзовых монет, это получается 12 стаков каких-то вещей или же 12 серебряных монет. Посмотрим. Так, вот это сюда, вылечимся. И пойдем сюда. Ну тут уже давайте быстренько вот так докачаемся. Точнее, не докачаемся, а вещичек навыбиваем. Опа, вот. Так, замечательно. Сколько? 319. Ребята, круто. В следующей серии, если мы постараемся, то мы, может, прокачаем до 270 где-то, да? Это если, в принципе, сильно постараемся, может, до 270 где-то и прокачаем. Было бы очень круто. 270. Потом в следующей серии около 210-220. Нормально. Фух, ну что, ребята, 317 осталось. Давайте быстренько сейчас продадим, что мы сможем продать. Ух, капают монеточки, капают. Мне кажется, стака 2 будет. Давайте 2 стака мы продадим, мне кажется, будет прям офигенно. Вот так. Потому что я не хочу продавать всю рыбу и все мясо, потому что, мне кажется, много вещей, ну, в смысле, еды у нас больше нету. И поэтому это нужно сохранить. Было бы лучше, если бы мы сохранили. Так, что мы там еще сможем продать? Вот тут. 1, 2. Тут, в принципе, вот так мы сможем продать. Тут. Тут мы давайте это оставим. Еще нужно 24. Ну, давайте вот это. 24. Вот так. Если все-таки у нас там где-то есть еда и нормально еды. Еды у нас еще, ребята, и очень, и очень, и очень много. Ну, смотри, тут 2 стака. И давайте сразу же вот это доплюсуем. Вот смотрите, тут 2 стака. И вот тут еще плюс 50. Вот, еще плюс 50. То есть все же в какой-то степени можно сказать, что мы справились. То есть за одну серию мы практически добыли 3 стака. А нам нужно 12. То есть посчитайте, если за одну серию по 3 стака, иногда по 2,5, потому что... Иногда по 2, не будем же мы каждую серию просто-напросто от начала до конца сидеть. Поэтому за серии так 5, думаю, справимся. Посмотрим. О. Ладно, ребята, давайте мы будем на этом уже заканчивать. Если вы хотите видеть Пиксимон как можно быстрее, а не раз в неделю, потому что, ну, мы долго набираем лайки, и все же, если вам хочется видеть его как можно быстрее, хотя бы раз там в пару дней, то, ребята, поставьте лайк. Как только мы наберем 800 лайков на этой серии Пиксимон, сразу же выходит новая серия. То есть, следующая серия выйдет тогда, когда вот это наберет 800 лайков, в ту же минуту. И, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, что-то спросить, что-то посоветовать, ну, или просто задать какой-то вопрос, просто напишите.
напишите свой комментарий. Я постараюсь его прочитать, ответить на него и также с вами пообщаться. Приглашаю каждого нового подписчика, каждого нового человека, который еще не подписался, подписаться на мой канал. Я буду рад каждому новому человеку, который вступит в нашу большую дружную семью. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.